В пятницу днем на улице Калинина в результате ДТП оказались повреждены 4 легковых машины и автобус. Виновником группового столкновения стал 61-летний водитель миниатюрного внедорожника. Хабаровчанин на синем джимне поднимался на улицу Ленина от Уссурийского бульвара вместе с автобусом 23-го маршрута и находился чуть впереди и слева от него. 32-летний водитель автобуса говорил, что транспортный поток неспешно поднимался в гору. Шофер джимни, опережавший его, вдруг резко сместился правее и оказался у него перед бампером. После удара «Сузуки» откинуло к правой обочине, где он повредил еще 3 припаркованных иномарки. У меня подрезали, да, эту машину. Подрезали, потом, не знаю, роль крутил или тормоз падает, не знаю, как, сам знаешь. Да, потом сюда... Больше всех пострадал Вил 39-летней хабаровчанки. Хозяйка припарковала его на краю дороги и пошла забрать 4-летнего сына из студии плавания. Когда они вышли на улицу, услышали несколько громких ударов. Я стояла на углу, да. И я вышла как раз из-за угла в тот момент, когда Джемини ударилась об эту машину, и автобус ее протащил дальше, ну, когда она собрала уже все. Все машины. А ваша машина как пострадала? Видите? Нет, к счастью, нет. Кроме Вила повреждены оказались Фит и Крета. В момент аварии владельцев поблизости не было. Шофер внедорожника свою вину признал. Мужчина говорил, что не собирался перестраиваться перед автобусом. Его машину каким-то образом занесло, несмотря на то, что накат здесь счищен. Под коркой спрессованного снега оказался обледенелый еще до метели асфальт. Пострадавших в аварии нет. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Андрей Алферов.